Всем привет, покажу, как зарядить телефон всем тем, кто сейчас находится в подвалах и бомбоубежищах, кто в подвале сидит. Вот есть такой шуруповерт аккумуляторный, 12-вольтовый. Вот вставляется этот аккумулятор. Это 2.1, типа запасной. Один я уже подключил. На аккумуляторе есть два контакта, плюс-минус. Плюсовой, минусовой. Средний не трогаем, средний это для зарядки. Он нам не нужен. Берем два провода, подключаем. Один на плюс, один на минус. Провода желательно разделить, чтобы потом их не перепутать, когда будете подключать. Берем зарядку автомобильную, USB-шную. В автомобилях у всех есть, я думаю, зарядки там для телефонов, для планшетов, для регистраторов и всего остального. Центральный контакт на зарядке – это плюс. Берем плюсовой провод, нажимаем. На центральный контакт всовываем проводок аккуратно, недалеко, чтобы не замкнуло ничего. Берем второй, минусовой, подключаем. Зарядка уже засветилась, показывает 11,8 вольт. Берем изоленту, шнурок, хомутик, проволочку, что-нибудь, что есть, фиксируем. Все. Все работает. Ампераж 0, 11,8 вольт показывает 11,7. Имейте в виду, что вот этот сам, вот сейчас на USB 5.1. Вот зарядки бывают разные, но подключение у всех одинаковое. Центральный штырничек это плюс, боковой это минус. Имейте в виду, что на аккумуляторе вот написано 12 вольт, 1 ампер часов. Это значит, что при зарядке он может выдать 1 ампер. Это хватит для маленькой, для слабых телефонов или чуть-чуть подзарядить севший телефон. При зарядке выключайте или включайте в режим полета телефон, или выключайте его полностью, чтобы он меньше тянул напряжение на себя. Все. Всем удачи, будьте здоровы и живы.